Привет всем! Сейчас я покажу, как можно сделать зимнюю фотосессию. Сейчас рассмотрим объективы. Профессионалы снимают на светочувствительные объективы, например, как 50 мм с диафрагмой 1.4, также есть 135 мм с диафрагмой 2.0. Эту фотосессию мы сделаем на обычный зеркальный фотоаппарат с обычной оптикой 18-55. Давайте найдем место съемки. Перед съемкой лучше убрать лишние детали из кадра. Фотографируйте модель с разных точек съемки. Этим вы разнообразите ваши фотографии. Портрет – это не только снимок лица человека. Снимайте человека во весь рост или по пояс. Но классический снимок лица делается с уровня глаз модели. Съемка по пояс с уровня груди модели. Ну а съемка во весь рост с уровня пояса модели. Вот что получилось.